Здравствуйте, дорогие друзья и гости моего канала. В этом году первое видео я делаю. Пришли мне по ссылочке. Давайте вместе посмотрим, что пришло. Так, а пришло мне вот такие вот посылки. Галтовочка. Камушки, да? Визиточка от продавца. Вот такая галтовка. Давайте рассмотрим. Это, наверное, яшма, скорее всего, песочная какая-то. Видите, какая она. Качество хорошее. Камушки так это прям такие, знаете, не маленькие. Очень приятно в руках держать. Вот. Песочная. Я так думаю, утверждать не буду. Так, это у нас, наверное, вот такие вот камушки. Такая галтовочка. Это кахалонг. Вот такой, видите, он больше в нем белого, светлого такого. Мало вкраплений. Ну, хорошее качество. Мне прямо они понравились. Такие вот. Такая веревочка. Так, вот эти вот точно я вам не могу сказать, но я не помню. Прям не помню, не помню, что это за камушки. Так. Они такие, знаете, черно-серым. Я не помню. Подскажите, если кто знает. Ну, тоже неплохие, симпатично смотрятся. Хорошенькие, такие приятненькие. Ну, галтовочка, я так буду потом собирать, всякие такие украшения делать. В данный момент времени нету, не хватает. Вот камушек еще один отвалился. Или просто... А, он просто был отдельно. Так, ну какие? Вот это, наверное, кварц розовый. Я так думаю. Да, вот это розовый кварц. Он такой, знаете, не чисто розовый, а такой немножко припыленный. Но тоже неплохой такой, знаете, камушки такие. Ну, разные, конечно, они. Но очень приятный. Очень приятные. Понятно, камни всегда приятно держать в руках. Приятно с ними общаться. Они дают энергетику такую хорошую, положительную. Так, это подарочек прислал продавец. Смотрите, вот такие вот маленькие всякие камушки. Потом посмотрим. Так, а вот это что тоже? Как же он называется? Господи, знаете, я же не все камни знаю. Вроде я помнила, да, как он назывался, и я в тот же момент забыла. Такой зеленовато с оранжевым, с такими, ну, знаете, наверное, кто занимается камушками, кто интересуется, тот знает, как он называется. Приятные камушки. У меня, по-моему, где-то большой такой камушек есть. Я буду тоже композицию делать, ну, как эти колье какое-нибудь из них. Попозже это будет, девочки, все попозже. В данный момент ничего не могу. Я уже выбрала время, выкроила, чтобы вот посылки эти показать, чтобы вы посмотрели, да. Потому что мы делаем ремонт сейчас. Муж поехал на новую квартиру, а я осталась дома и думаю, быстренько засниму посылки и еще кое-что, да, там видео с подарками. То, что мне муж подарил, я вам еще покажу. Так, вот это вот, скорее всего, этот, как его, как же его называют, не аметист, а как, девочки, скажите, пожалуйста, лазурит, наверное, вот, я так думаю, наверное, лазурит, видите, он какой, да, это лазурит, но они, эти камушки, вроде как немножечко поменьше, что ли. Вообще-то одинаковые, в принципе, одинаковые. Просто они темнее кажутся так. Лазурита.
такая веревочка. Тоже буду собирать. Вот там такие пины. Буду делать красивые всякие украшения. Немножечко вот как переедем, сразу начну, займусь поделочками, хобби своим. Так, а вот это вот похоже тоже на лазурит. Да, вот камушек отвалился. Но это не лазурит, это что-то другое. Тоже такая галтовочка. Тоже интересные камушки. Но вот не могу сказать, что это такое, да. Вот я не переписала, когда заказывала. Надо было записать. Потом я посмотрю, что это за камушки. Они беленькие здесь и такие вот с коричневыми вкраплениями получаются. С голубыми, с синими. Но не лазурит, это что-то другое. Так, вот этот вот тоже интересный. Ну тоже, как же он называется? В голове вертится, не могу сказать. В общем, девочки, кто знает, тот знает, да? Вот такая вот галтовочка, тоже очень интересная. Сейчас, если в голову придет, я вам скажу. Не могу, я прошу прощения, правда. Я вот, знаете, я не запоминаю камни. Вот мне надо много-много раз, чтобы вот или побольше с ними там работать или что-то, чтобы можно было запомнить, да, и потом сказать, действительно, прям вот из головы вылетает. Вот. Вылетает. Но вот это авантюрин. Авантюрин, да? Но это не авантюрин, это другой немножко. Хотя это тоже полупрозрачно. Но это кварцевое. Кварцево относится, я думаю, какой-то кварцевый камушек, скорее всего, да. Может, даже хрусталь горный. Нет, хрусталь горный, он прозрачный. Это тоже к кварцевым породам относится. Хотя они многие к кварцевым породам. Ну, да, авантюринчик вот такой вот. Смотрите, он здесь больше зелени, да, сиреневого мало, больше зелени, и он такой полупрозрачненький, такой приятненький, очень-очень хорошенький такой. У меня тоже есть от него небольшие там камушки, такие уже не галтовочка, а просто камушки. Я буду делать тоже украшения, уже так представляю, что бы я хотела. Интересненькие камушки. Ой, и так люблю камни, боже мой. Так ими сейчас интересуюсь. Так, а вот это вот тоже прошу прощения у вас. Но я тоже не могу сказать, как он называется, этот камушек. Тоже я не знаю. Вот он такого, знаете, не зеленого, а какого-то и не травянистого цвета, а какой-то туркиз такой, знаете, туркизный, да, ну такой насыщенный туркиз. И тоже тут крапления такие идут разные. Вот как этот камень называется? Честное слово, я не знаю. Но мне он очень понравился. Со своей яркостью, такой красотой. Вот эта галтовочка очень приятная. Камушки такие не миленькие. Да вообще качество камней очень хорошее, честно. Мне очень понравилось. И вот продавец прислал вот такой подарочек тоже. Тут какие-то камушки, чтобы я посмотрела. Сейчас мы посмотрим с вами, что он тут прислал. Маленькие. Чтобы я рассмотрела. Может быть, если мне что-то понравится, я бы потом заказала. Ну, вот это я сразу вижу. Это как его. Так, вот так. Вот сразу вижу, да. Смешно. Забыла, как этот морской-то, как он там... Ой, девочки, ну вообще что-то с памятью моей стало, точно. Вот такие вот камушки, да, но это вот, скорее всего, этот, как он называется там, лабрадорит, да, лабрадорит вот этот вот, видите, такой вот лабрадорчик. А это вот, может быть, тоже лабрадорчик, только он... Нет, это какой-то другой. Да, это лунный камень, скорее всего. Он такой прозрачный. Полупрозрачный. Ну, как... Он такой матовый, но в нем идут такие вот... Идут такие вот, как бы вам показать поближе.
как просветы, да. Ну, это тоже вот это вот розовый кварц. Вот это я не знаю, что это за камень. Маленький такой, крохотный, да. Вот. Вот представляете, из головы вылетело, и не могу сказать название. Хотя это вот у меня и там украшение из него есть, да, и что. Как он называется этот? Не янтарь, а как? Боже мой, это ж надо же. До такой степени это заклинило, что не помню. Ладно, давайте оставим стороночку, потом вспомню, я вам скажу. Боже мой, это ж надо же. Да. Бывает, девочки, бывает. Бывает. Ой. Так, ладно. Дальше мы смотрим, что у нас тут пришло. Дальше тоже интересно. Интересно. Дальше вот такие у нас очень интересные такие украшения идут. Сейчас буду все вам показывать. Пошуршу немножечко, потерпите, кому не нравится. Я знаю, многим не нравится. Такие чипсики. Так, камера, давай. Фокусируйся. Чипсики вот такие, но они, девочки, маленькие очень. Они очень маленькие, вот если сравнивать, да, с бусинкой. Бусинка где-то получается восьмерочка. Вот это вот восьмерочка. Вот смотрите. Видите, какие они маленькие. Это только вставлять между, ну, вот так вот, допустим. Ну, да, между бусинками пойдет так вот. Как сейчас вам покажу. Такая вот. У меня под рукой просто нету на чем показать. Я, наверное, покажу сейчас все-таки. Сейчас отключусь. Так, взяла я иголочку. Девочки, вспомнила я. Представляете, в голову вошло. Коралл же это. Коралл, конечно, коралл. Но это вообще кошмар. Это же надо же такое быть. Вот представьте, вылетела из головы, но не могла. В голове вертится, а сказать не могу. Коралл, да. Ну, у меня есть, да, в принципе. Так, показываю вам, да, как можно сделать. Так, вот эту сначала берем, допустим. Вот эту. Надо же, наверное, не налезет сюда толстая. Ну да, толстая. Ну, пойдет. Вот эту, да, ну, насколько маленькие я показываю. Я хочу вам показать, насколько они маленькие. Так, вот смотрите, видите. Ну, в принципе, между бусиков они будут хорошо. Большие, допустим, уже больше, да, они будут торчать. А это... неплохо смотрится. И вот эти вот мне понравились матовые. Они как бы изнутри горят. Очень симпатичные. Так, ну что ж такое-то? Господи. Смотрите, какие симпатичные. Так, где-то у меня тут вывалилось. Так. Вот видите. Симпатичные, кстати, вот можно даже заказать вот эти. Вот я не... Действительно, это какой-то лунный камень, он снутри просвечивается, и он очень симпатично и интересно смотрится, вот этот вот камушек. И вот с этими неплохо будет. Я выписала их в серебряном цвете, да, и золотом. Но вот так вот неплохо. Неплохо. Смотрите внимательно. Так, ну вот показала вам. Так, что ж у меня такое-то? Ну вот, да, оставляем в стороночку. Мне надо, знаете, вообще пересыпать, наверное, я ж баночки взяла. Так, 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 чтобы мне это все не мешалось. Сюда. Вот эти вот такие банки удобные, да? Все, я так сюда. Так вот закрываю. Как раз. Вот как раз. Знаете, я не могу вам цену сказать. Они, вот это вот, это не дешево было. Тут их много, я не знаю сколько. Штук 100, наверное.
Но это не дешево было. Вот смотрите, как хорошо. Как раз для этих целей эти баночки. Так, что мы дальше смотрим? А дальше такие же серебряные. Точно такие же. Размерчик такой же маленький. Но я сейчас посмотрела, мне даже этот размер устраивает. Действительно, они классные. Размер действительно хороший. Хорошие. Так, сейчас я в баночку сразу. Так, покажу вам поближе. Еще раз. Такие же серебряные. Вот они. Так, давайте, может, с камушком с каким. С этим вот. С этим будет хорошо. С тем вот камушком больше желтенький, а с этим беленький, да? Слушайте, у меня сегодня что-то руки, вообще последнее время. Ой, просто, знаете, столько много дел, торопишься быстрее все сделать, потому что быстро надо все делать. Вот видите. Как показать-то? Вот с этим вот камушком больше серебро лучше идет. Красивенькие. Хорошо смотрятся. Я довольна, что я этот размер выписала. Когда они пришли, мне показалось, боже мой, такие маленькие, куда я их? А сейчас смотрю наоборот. Вот большие как раз они, вот это вот восьмерочка, да, вот эти вот восьмерочки, они самые вот то прямо для восьмерочки. А этот размер, знаете, я не помню. Кому надо, я дам ссылочку. Не помню, девочки, извиняюсь, конечно. Не помню размера. Что-то интересно, здесь вот как будто больше, да, смотрите, в этой коробке, а вот в этой баночке как будто меньше. Считай, одинаково, да, это как будто не доложили. Смотрите, смотрите, насколько. Как слева вам видно. Подождите. Ну, не полное, как будто вот это полное, почти что это нет. Как третья часть идет, а здесь... Ну, видите, я никогда не считаю, как ты доверяешь продавцу, но видите, вот если такой обман уже получается, видно прям по этим штукам, что вообще их по 100 штук, здесь не доложили, тут видно, что конкретно, видите, сколько, а здесь прям полное. Интересно, интересно, ну ладно, бог с ним, пускай, я всегда говорю, я от этого не обеднею. Ну, не доложили, не доложили, знаете, бог с ними. Так, смотрим дальше. А вот это вот, смотрите, вот такие штучки, это, знаете, как будто делаются они, когда вы сережки там делаете, да, допустим. Вот видите, они какие маленькие, сам покажу. У них очень маленький размер. Но вообще, девочки, когда я их заказывала, я почему-то думала, что они больше размера. Понимаете? Я не знаю. Мне казалось, что они больше. Они такие вот, ну, массивненькие. Наподобие что-то, ну, не таких. Ну, в общем, побольше, да. И вот сейчас мы посмотрим, да, вот, допустим, вот они как, знаете, для сережечек. Так, сейчас мы наденем бусинку. Допустим, вот вы хотите сережку сделать, да? Видите, как вы делаете? В золотом цвете таких не было, только в серебряном. Может быть, если бы побольше было, может быть, и лучше было бы, я не знаю. Видите, как получается. Но тоже неплохо, да, допустим, как начало, да, вот это вот сережечки. Тут на пин, допустим, да, посадили. Так вот до конца. Здесь вот так. Думаю, неплохо. Видно вам, нет? Так вот. Да, хорошо смотрятся. Пускай будут. Их немного. Но они тоже не дешевые, не бюджетные. Это товар не бюджетный, девочки. Я их тоже сразу в баночку набрала. Баночек. Вот хорошо, что баночки есть. Сразу в баночку и все. Я не люблю ничего в пакетах держать. Мне это не нравится. Вот, маленечко, но нормально. Так, следующее у нас.
Это тоже вот такие вот шапочки. То тоже можно назвать как шапочки, да? Это вот такие шапочки. Их тоже мало здесь. Где-то сколько там, наверное, 10 штук. Вот такие вот золотые. Тоже они в одном цвете были. Так. Тоже вот такие вот. Красивые, очень красивые, очень нарядные. Да? Так, допустим, делаем так вот. Так можно, да, сережечку украсить или подвесочку что-то сделать. Тоже интересненько будет смотреться. Качество отличное здесь. У всех, и у тех, и у этих. Суперское качество. Можно сказать, люксовое. Действительно люксовое. Очень хорошо все, аккуратненько все проработано. Каждая деталечка проработана. Но не бюджетно, не бюджетно. Вот. Еще раз покажу, какие они есть, кому интересно. Сразу в коробочку. Так, я вот эти вот сейчас вытащу сразу же. Все в коробочку. Видите, как удобно маленькая. Раз. Все. Все. Здесь. Так, следующие у нас такие идут. Как их там называют-то? Такие вот девочки. Знаете, да? Вот. Подвесочки, я не знаю, только да, можно их в них что-то продевать или вот так. А для шнура, девочки, извиняюсь, это для шнура. Вот сюда шнур, вот сюда, видите, вот в эту дырочку сюда шнур, а сюда, допустим, подвесить что-нибудь, тут же камушек. Сюда, допустим, да, вот так. Или кисточку какую-нибудь, я вот кисточек понавыписывала, потом буду делать. Вообще классная штука, я вам скажу, красиво смотрится. Тоже вся проработана, их очень мало здесь, смотрите. Вот в наборе, это как лот, да, идет. Вот. Но они очень, очень все проработанные, очень качественные. Смотрите, какие. Очень качественные, девочки. Так вам ближе надо показывать, чтобы вы видели, да? Видите, какие. Вам надо все так показать, потому что вам плохо видно, наверное. Вы не можете рассмотреть. Ну, ладно, все. Так. Следующие это вот такие бусины. Тоже очень красивые. Видите, камера как не фокусирует. Как показывать? Камера должна сначала сфокусировать, да, потом поближе, поближе, поближе. Такие бусины. Красивые, правда? Тоже вот их мало, но они тоже все такие проработанные, очень-очень красивые. Очень они мне понравились, но они тоже вот только в золотом цвете. Только в золотом. Вот как. Такие вот, девчонки, красивые бусины. У меня маникюрчик, видите, какой новогодний. Ну, такие ноготочки небольшие. Я форму немножко поменяла, потому что я не могу с длинными. Говорю, много дел столько. А с длинными ногтями ты ничего не сделаешь. В общем, вот такая вот бусина. Очень красиво. Так. Тоже сразу в пакетик. Так, я думала, что может быть вам еще вот эти показать прямо вблизи-вблизи. Давайте я вам покажу, чтобы вы посмотрели, какие они маленькие. То вы не рассмотрели, наверное, их.
Ну, качество шикарнейшее, вот, правда говорю. Очень хорошее качество, очень. Такие они. Они не круглые, они немножко удлиненные, девочки. Видите, какие? Но они и смотрятся красиво, эффектно. Потому что они не круглые, именно они так идут, как бы, как колесиком, так волнообразно. Вот. Давайте вот эти быстро еще покажу. Да, я знаю, что хочется многим рассмотреть. Видите, вот не фокусирует камера, зараза. Что делать? Вот. Шикарнейшее качество, шикарнейшее. Не пожалеете, что возьмете, они действительно хорошие. Только что в баночке разные объем, непонятно почему. Ну ладно, ладно, ладно. Так, девочки, следующая посылочка, где у меня тут еще же, у меня же есть одна. Это же не все еще. Это еще же не все. У нас тут пришли еще эти, как их. Ой, эти, как. Как их называют? Вот видите, я опять все забыла. Вот такие тоже крепления. Сейчас будем с вами смотреть. Все вытаскиваю. Пошуршу. Потерпите, Бита, пожалуйста. Да. Вот смотрите. Ну вот золотой цвет, да, вот что-то мне он как-то не очень. Больше серебро нравится. Золото вот это какое-то как будто неестественное. Желтое сильно. Вот желтое действительно. Вот смотрите. Это вот крепления такие. Как бы показать бы вам. Так вот, правильно. Тут с камнями. Сейчас я вот сюда положу, хорошо, буду вам показывать. На проволоку, да, допустим, да. Здесь дырочки по бокам можно крепить. Такие вот. Можно вот эти нижние убрать. Ну, это как можно подвески какие-то делать, а можно убрать. Боже мой, ну что не фокусируешься? Так, время уже нет. Я тороплюсь, знаете. Мне еще одно видео надо сделать, а потом на квартиру еще ехать. Ну, вот смотрите. Такие вот. Здесь вот по бокам дырочки есть. Тут у этих вот штучек. Они к проволоке крепятся. Вот эти можно снять или подвесить на них, тоже прицепить куда-нибудь. Они отстегиваются. Такое вот крепление. В общем, знаете, мне понравилось. Я на пробу вот одну взяла, вот такую. Или нет, или две. В общем, они все разные. Сейчас вам покажу. Такая, по-моему, золотая. В золотом цвете есть. Да. Вот видите, как камера не фокусируется нифига. Ничего не рассмотришь. В общем, вот такие. Вот это вот отстегивается. Я сейчас не буду, да, но тут вот отстежки такие, они очень крепкие, девчонки. И вот это все отстегивается. Можно приспособить все по отдельности. И вот эту вот восьмерочку, и вот это вот, и вот это. Все по отдельности можно сделать. Ну, не бюджетно, конечно. Это дорогая вещь. Потом вот наподобие такого, только с таким вот шариком. Три вот тоже все отдельно можно делать. Все отстегивается. Сейчас вам покажу. Я считаю, что товар такой не дешевый, не бюджетный, дорогой, но очень качественный, очень. Качество здесь на, как можно сказать, люксовое даже такое, на высшем уровне. Ну и цена тоже. Тоже по бокам там дырочки вот в этих штучках, и чтобы проволочку туда продеть и сделать украшения. Смотрите, какие хорошие. Можно все, говорю, по отдельности делать. Потом вот такие вот две, по две я выписала вот такие штучки, две. Их тоже, они крепятся и так, сейчас покажу. Вот блескучие, да, они так, камера плохо фокусирует, и это,
Видите, какие. Так. Давай, давай. Ужас. Невозможно ничего делать. Вот. Хочется аж показать. Многие говорят, тут не видно, не видно. Но вот видите, как вот начинаешь делать, а камера. Камера подводит. Не ты, а камера. Видите, какие. Тоже по бокам дырочки можно их это... Они отстегиваются друг от друга. Крепление очень хорошее, очень крепкие, очень. Тут, знаете, силу надо применить, чтобы это все расстегнуть. Да, вот такие вот. Так. Ну и золотые точно такие же. Вот как я восьмерку показывала, да, в золоте. Но у меня что-то, знаете, вот этот цвет золотой, он какой-то неестественный, девочки. Вот посмотрите, он как-то желтизны очень много. Мне кажется, как-то серебро все-таки лучше. Либо почерненное серебро было такое темного цвета, знаете, как черненькие такие есть. Как не черненькие, а как же не серебряное, ну не серебряное, а как это? Цвет асфальта, да, антрацит. Вот. Не могу по слову подобрать. Антрацит. Ну, смотрите, не фокусирует камера, и все. Она на одно сосредоточена, там на что-то. Никак не могу сделать. Это ж надо же. Не идет. В общем, можно так, наверное, рассмотреть. Ну, желтовато, девочки. Ну, желтовато, я не знаю. Мне что-то как-то... Не идет. Не берет. Вот, может быть, сейчас... Ой. Видите, цвет какой. Как будто неестественное золото. Было бы оно немножечко не такое яркое. Может быть, и лучше было бы. Вот. И вот второй наборчик. Тоже три, как из тех я показывала. С колечком я написала. Ну, тоже я по одному взяла на пробу. Я ж попробую, а то вдруг мне не понравится, что я буду набирать-то. Знаете, у меня уже много столько всяких этих гаджетов, да, этих, чтобы для моего хобби, да, но только сиди и делай. Ну, просто времени у меня нет. Вот в чем, девчонки, дело. Нету времени. Камера не фокусирует. Как же вам показать? Девочки. Хочется вам показать, чтобы вы рассмотрели, потому что я сама люблю смотреть, вот, рассматривать, чтобы оно, какое оно все, оно красивое, да, девчонки, оно красивое, оно цвет, мне кажется, серебро как-то более естественно смотрится, а это как-то, не знаю. Вот эти все отстегиваются. Можно по бокам крепления и внизу подвесочку сделать. Вот, допустим, за это подвесочка. Да, вот это вот по бокам крепления. Все, не буду время тратить. Я боюсь, у меня это закончится. Быстренько другое показываю. Швензики сейчас я вам покажу, которые я выписала. Тоже понравились, прям понравились. Я давно их хотела. Время летит. Уже время 2 часа скоро. Мне надо еще немножечко кое-что сделать. Вот этот цвет более естественный. Видите? Вот эти вот. А это вот желтоватый. Мне тоже что-то. Вот говорю, на пробу взяла. Вот не знаю. Так, давайте смотреть. Вот эти золотые, да? Ой, шиншилки кричат. Что-то там. Такие вот швензики. Вот. Застежечка очень классная. Большую мочку уха можно. Хорошенькие швензики. Прямо мне понравились, понравились. Очень понравились. Вот.
такие. Видите, какие симпатичные. Внизу крючочек, можно тоже прицепить какое-нибудь украшение, камень какой-нибудь или кисточку сделать. Ну, я то, что я хочу делать. Очень интересненькие такие. Хорошенькие, правда? Согласитесь. Приятные. Я серебряные такие еще хочу. Я их не выписала. Они были не такие дешевенькие. Да, вот эти подешевле были золотые. Но я думаю, выпишу, посмотрю. В следующий раз я серебряные такие выпишу. В таком антраците были они еще. Ну, хорошенькие. Прям нравятся. Так, это такие же. Я две пары выписала. Потом я вот взяла вот эти. Мне тоже они очень-очень понравились. Вот эти вот. Вот за камерой, слушайте, время так тянется, что она не фокусируется, и не могу нормально вам показывать, пока настроится. Вроде бы у меня и камера очень хорошая, не дешевая. Вот смотрите, какие тоже симпатичные, но тут золото более естественное, как бы под золото. Знаете, качество очень хорошее, очень. Эти вот, знаете, на более поменьше на ушко, если мочка ушек поменьше, да, тогда будет хорошо. Вот эти вот, а те вот побольше, ну, очень симпатичненькие, приятненькие. Вот такие вот я еще хочу в серебре заказать, но это потом уже. Девчонки, руки чешутся что-то делать, но времени не хватает катастрофически. Я, правда, не знаю, уже аж болею этим, что я не могу ничего делать. У меня столько всего много, столько всего мне хочется. В общем, хорошие две пары тоже взяла, вот эти по две пары. И вот такие вот на пробу тоже взяла, серебряные одни. Тоже сейчас вам буду показывать. Все не с крючочками, все, можно там что-то, ну, как делать, какие-нибудь эти подвесочки. Так, ну давай, 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 дорогая. Вот смотрите, какие интересные. Как скрипичный ключ такой, ну, наподобие, да, они очень такие, тоже на большую мочку ушка, видите, они там у них, уже я сразу вижу, такие симпатюлечки, очень интересненькие. Хорошенькие, прям хорошенькие, хорошенькие. Прям нравятся, они мне нравятся. Прям сразу понравились. Но они тоже были только в серебре, другого цвета не было. Сейчас, может быть, и есть, я не знаю. Очень симпатичные. Ой. Себе оставлю, мне нравятся они, сделаю. Опять не фокусируется. Ну ладно, все, девочки, уже время, я столько много уже затянула. Ну ладно, это мое первое видео в этом году, да. Я не знаю, какое я выставлю, первое это или другое, потому что у меня это еще будет сейчас с подарками с моими буду делать. И хочется побыстрее. Все, швинзики я сюда, так вот, в баночку тоже. Смотрите, как здорово, раз, все в баночке, все, все прибрано, все к месту, да. Здорово, здорово. В эту, наверное, не поместятся вот эти вот. Я побольше баночку возьму. Так, ну что, все показала вам, да, девочки, все рассказала. Вот все мои покупочки, девчонки. Ой. Все, девочки, всем спасибо за внимание. Спасибо всем за внимание. Ой, девчонки, извиняюсь, у меня же еще тут одни. Ну, я быстро. Я сейчас только увидала. Это для кошек, чисто для кошек. Пришли такие посылки. Ой, блин, я аж это... Ну, хорошо, что я увидела. Ну, ладно. Для кошек пришли вот такие вот, как поводочки. Я когда их фотографирую, я им вот такие вот штучки делаю. Смотрите, какие милые. Такие миленькие, голубенькие это. Хорошенькие. Мне там еще одни есть. Ну, вот эти вот я попробовала. Для собачек тоже можно. Видите как? Когда уже фото делаешь, одеваешь, мило смотрится так. Вот три голубых и три розовых выписала. Смотрите, какие классные.
А все, теперь все. Всем спасибо за внимание. И всем пока-пока. Да, в конце еще хотела сказать. Пожалуйста, кто не подписан на канал, заходите, подписывайтесь. Ставьте лайки или дизлайки, кому не нравится, да. И ставьте колокольчик, чтобы вы не пропустили ни одного моего видео, да. Потому что многие это не знают. Я сама раньше, когда не занималась каналом, я этого не знала. Так, друзья, спасибо всем еще раз за внимание. И всем пока-пока. До новых видео.